Начинаем. Очень красивая графика, очень нравится. Ногифай, Вагаханг, Мехплехух, Флагахофен. Ногифай, Флагахнах. Нора. Что я понял? Что? Что это было? Что это за голос? Голоса. Пролог «Семейное наследие». Это я, да? Свет. Поплыли, куда мы плывем? Не, очень красивая игра. Где я? Мне знакомо это место, я уже была здесь. Часы тикают. Но мне кажется, это и снится. Я была здесь всю свою жизнь. Заперта, как в ловушке. Лестницы. Я опять карабкаюсь по лестницам. Мне нужно выбраться. Голоса, они зовут меня. Моя старая музыкальная шкатулка, она сломана. Мне нужно ее починить. Нужно найти ее. Нужно найти ее. Очередной кошмар. С тех пор, как моя матушка умерла, оставь мне эту шкатулку. Редко ночь обходится без них. Гарри всегда говорил, что мое странное наследство как-то связано с болезнью, терзающей нашу семью. Если врачи не могут найти для нас лекарство, я сделаю это сам, сказал он. Похоже, ты сам потерялся где-то, пока искал его. Не думаю, что когда-нибудь... Прошу прощения, мадам, но остров уже виден. Мы спустим лодку через минуту. О, большое спасибо, капитан Хеджес. Я сейчас выйду. Так, что мы делаем? Ладно, пора собирать вещи. Так, осмотримся. Достаточно красивенько такое, симпатичненько все. Да, плавающая мышка, конечно, ну. Хочется контроля, больше контроля хочется. И что я только думала, когда брала все это платье. Возьмем перчаточки. Надо прикрыть руки, потому что буду выходить из каюты, подумают, что я выступаю в шоу уродцев. Мне доставили на дом очень странную посылку. Я сложила все ее содержимое в чемодан и заперла его. Какая-то посылка. Да, 1934-й. Удивительное приключение Норы Эверхарт, преподавательницы искусств. Мемуары о моем выдающемся путешествии. Нора, запомни эти числа. 506. Так, это, я думаю, очень интересно. Это я прочту. Мы запомним 506. Что дальше? Шкаф. Что мне нужно? Что мне нужно? Тут ящичек. Так, присесть могу? Не, что-то не садится, ничего. Так, это посылка. Мне нравится эта песня. Да, ладно, отвлеклись. Так, саквояжик.
О боже, у меня дырявая память, я опять забыла код. Но, слава богу, я всегда беру с собой дневник. Она намекает на дневник. 506, да? 506, это ж так сложно. 500. Мега сложно, оно. Ууу, я гений. Опа, кинжал, нихера себе, ассасин она что ли? Так что. Гарри Эверхарт, мой муж, мой напарник и сердечный друг. Так, я понял. Этот странный острый артефакт попал ко мне в дом по ссылке. Я видела этот остров в одном из своих тревожных снов. Я нарисовала его, как только проснулась. Это мы плыли, да, вот это я навидела его. Так, я понял. Выключим радио, что-то мне песня не нравится. Яблочко скушаем. Проводя так много времени за чтением этой книги, я кое-что узнала о культуре Полинезии. Угу. 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 Пойдем дальше. Мы выходим. Так, а тут что-то нужно? Опа, что это такое? Я всегда мечтал о путешествиях. Хотя без тебя, Гарри, это все не то. Это дата... А, это билет. Это билет? Так, это... Барометр, походу, что-то. Опа. Кажется, с багажом я переборщила. Так, ну чё, ну я все позабирал вроде. Ящички тут. Чё, ничего, да, больше не вижу. Корабли, книги, часы. Мне нужно собрать оставшиеся вещи. Кровать заправить или чё? Я точно буду скучать по этой кровати. Засыпать под покачивание корабля было восхитительно. Какие вещи я должен собрать, алё? Ну. Прочесть, воспроизвести, положить, вращать могу еще. Что это такое? Предметная информация спрятана с обратной стороны. А, лучший ключ? Ага. А ну еще раз воспроизведи. Латунный ключ с выгравированными на нем буквами КВ и странными инструкциями. Все готово, мадам. Моторная лодка ждет вас. Ладно, Нора. Отныне ты сама по себе. Опускайте моторку и поосторожней с вещами, миссис Эверхарт, парни. Мы вернемся за вами через 3 дня. Очень надеюсь, этот вы найдете своего мужа. И я надеюсь. До встречи через 3 дня. И, пожалуй, будьте осторожны на этом острове. Вы же знаете, что о нем говорят в легендах. Постараюсь. Спасибо, капитан Ходжсон. Глава 1. 74 мили к востоку от Атахейте. Ну вот я и здесь, посреди океана, после путешествия через полмира, всего в нескольких милях от места, где должен быть ты. Ты уехал год назад, чтобы найти лекарство от моего недуга. Твои письма поддерживали связь между нами, но внезапно они перестали приходить. Что случилось, сердечный друг? Что бы это ни было, оно заставило тебя зафартовать корабль и отправиться в Сан-Франциско на Таити, а оттуда сюда, на остров посреди Тихого океана, название которого местные даже боятся произносить. Все знакомо, все так знакомо. Это просто невероятно. Это тот самый остров, который мне снился. Это не может быть такого! Как это так?
Там какие-то буквы вверху. Что это такое? Что вы мне в завтрак положили? Класс. Красота. Вау, пенка. Прекрасный райский остров, окруженный смертельными рифами и защищенный колями, чтобы никто не мог высадиться на нем. Почему? Что не так с этим местом? Саквояжик. Ух ты. И что? Че, кто-то вы? А, ладно, Гарри, посмотрим. Смогу ли найти здесь твои следы? Так, саквояж. Оставлю вещи в лодке, пока не найду место. Ага. Так, она бегать может? Можешь бегать? Это она медленная. Палатка. Кто-то недавно был на острове. Ух ты. Миниатюрная ва. Полинезийская каноэ. Прекрасная работа. Это вио-флейта, на которой полинезийцы играют носом. Я не буду этого делать. Это по-французски. Я понял только два слова. Иле и морт. Остров и смерть. Так, давай мы же на ту сторону посмотрим. А, тут ничего. Должно быть, это предостережение об опасности на острове. О, пещера. Я чувствую себя отлично, думаю, даже смогу идти быстрее, чем обычно. Левый shift. Ничего себе, вот это ты. Конечно, в пещеру. Мы заходим в пещеру, очень темную пещеру. Мы ничего не боимся. Это знаки, похожие на изображение моря. Я запишу их в свой дневник. Это может пригодиться. Угу. В пещере, слава богу, никого не было. Чё? Какие-то ворота. Похоже, они открываются с другой стороны. Никого не вижу. Тун-турун-т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 ун. Опа, дощечка. О, эта древняя фигурка называется Уну. Похоже на рассказ о чем-то. Уну. Так. И че? И нафиг их тут понаставляли, вот это какие-то листочки. Тоже засохшие листочки, цветочки. Красиво все. Так, что вот это? Очень интересно. Камень какими-то лианами обкрученный вокруг. Может, они и выглядят безобидно, но кто-то явно не хочет, чтобы чужаки попали на этот остров. Какое красивое подношение из цветов.
Так, это подгрузочка пошла, сейчас что-то будет. Тихо, тихо. Опа, что это у нас? Инструмент для резьбы. Ага. Ящик АВ. Это те же инициалы, что и на ключе. Вау! Он подошел. Тот, кто прислал мне ключ, был тут. Опа! Под камнем спрятана какая-то хрень. Что это такое? Подожди, это грибы? Что это такое? Это грибы. Это уже напоминает и подходит. Пошли-ка посмотрим, что там под камнями спрятано. Давай, что мы двигать будем? Какие красивые цветы, и что? А двигать? А, вот камень, короче, и тут получается... За цветками, вот. Да. Вот этот гриб. Смотрю, что тут. Что это такое? Надо его осмотреть, да? Это какой-то механизм для того, чтобы что-то открывать, я уверен. 100%. Мы его осмотрели, но гриб такой хороший. Чайный, походу, чайный гриб. Квас, квасовый гриб. Такой, если квас, кто знает. Грибной квас. Похож. Да-да-да, возьмем. Возьмем с собой. Так, и что? Судя по тому, что я читала, полинезийцам не нужны двери. Так зачем же такую огромную строить? Вот, видим, с одной стороны... Опа, что-то получилось. Теперь мне надо вот сюда вставить этот гриб. Мы нажимаем. Очень круто. Получилось. Ну так, пока очень изи, все легко по картинкам. Первый раз в жизни нарушаю границы частной собственности. Мое детство в Ньюберипорте было тихим. Тут никого нет, это заброшенный остров. Сейчас какой-то пигмей выскочит просто и сделает ай-яй-яй. Так, осматриваем, ищем. Тут консервы какие-то, ром. О, фотография какая-то. Это же Гарри, Гарри, ты был здесь? Ты был здесь, я тебя нашла. Но где же ты сейчас? Где все? Куда вы отправились? Так, что тут? Консервы пожрали. Ага. Леди Шеннон. Знакомое название. Надо посмотреть в дневнике. Так, а что там с той стороны? Порт де Пате. 6 человек. Несколько ящиков. Так, а ну да, хильнем. Не, не хильнем ничем мы. Так, это что тут у нас? What the fuck? Это напоминает мне игровой автомат. И что мне надо? Ага. Мне нужны... Я нашла недостающую деталь, чтобы открыть дверь. Она вела мангровое болото. Я отрезана от центра острова странным механическим мостом над рекой. Кто-то сильно постарался, чтобы люди не могли туда попасть. И чтобы его, короче, активировать, я так понял, да? Механический мост на ту сторону. Мне нужно найти пароль, да? Получается. Ищем пароль почти дальше. Тут есть куда идти. Уже много лет я не ходила на такие дальние прогулки. Свежий воздух творит со мной. Наслаждаемся. Ах, пахнет не знаю чем. Какие-то тайные тропы. В этом мангровом болоте воздух плотнее.
Так, сейчас какой-то уж на меня нападет и откусит мне ногу. О! Тотемчик-то. Не доверяю этим палкам. Ладно, пойдем. Что это такое? Солнечные лучи проходят насквозь. Еще один символ. Ну, слушай, там есть такой знак на таком тотемчике. Если я выставлю вот эти такие знаки, то что? То типа мост откроется. Давай еще поисследуем. А теперь я пересекла полмира и не против пересечь вторую половину. Но я должен делать это с тобой, мой сердечный друг. Так, это что тут у нас? Чей-то дом. Так, теперь мы видим... Так, короче, ежик. Это кусок стрелы, я не знаю, ежик, кусок стрелы. Последовательность, интересно, какая? Такая же, как мы идем? Я уверен. Ага. Ежик. Какой прекрасный горный. Очень сложно, очень. Заметки. О, заметки. Вот видим сначала горы, солнце и вода. Давай выставим, попробуем. Ну там же больше символов. А сейчас увидим горы. Солнце. И вода. И что? Я не знаю, от понта я что-то там сейчас нахеряч. Не, это бред. Что это тут что-то нарисовано? Или что это? Такой зеленый камень. Мне нравится, что мне глаза не выедает ничего в этой игре. Пока месть. Так, я могу покупаться там, помыться. Подожди, мне направо, вот сюда. О, да, я тут не был. Класс. Опачки. Ни хрена себе, какая красота. О, как же эти птицы. Рубиновые лори-отшельники. Угу. Птицы, да? И чё мне теперь? Опа, привет, птичка. Ничего себе ты, блин, дельтаплан. И что это? Я ничего не понимаю. Это мы вышли на пляж обратно. Ну подожди, мне эти птички говорят, вот типа кормушка, да? Там... Какие-то лежат вкусняшки. Вокруг этого уну разбросаны перья лори. Я зарисую этот символ себе в дневник. Птицы, да? Это четвертый знак. Четвертый знак птицы. Очень странно. Горы, солнце, вода и птички. Горы, солнце, вода и птички. Так, давай мы все знаки попробуем. Рыба. Рыба в воде, по-любому. Вот этот знак, вот. А чё я не могу его прочесть или записать к себе?
Ну, тоже вот знак. Подожди, это подсказки, возможно, это... Если я стану... Подожди, я вылезу вот сюда. Я пойму. В обратную сторону попробуем. Так, птички. Короче, если ты знаешь ответ, пожалуйста, напиши в комментариях. Потому что я не понимаю ничего. Давай, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Что-то очень сложно.